Байкеры вне политики. Этот лозунг для мотолюбителей на время потерял свою актуальность. 1 мая члены мотоклуба «Свободные братья» провели акцию против закона о дополнительных налогах на мототехнику и увеличении платы за ОСАГО. Теперь владельцы мотоциклов не могут зарегистрировать транспортное средство без страховки, а в ее оформлении по разным причинам байкерам отказывают. В акции приняли участие более 100 мотоциклистов. Они проехали колонны из Ленинского района до Театральной площади, где и высказали свое несогласие с повышением цен на содержание мототехники. Мы ездим, ну, максимум полгода. Дорожный налог берется за год. Мы против страхования, которое должно было понижаться, сейчас оно повысилось. Со страхованием вообще полный беспредел творится. То есть мы не можем застраховать свой мотоцикл, так как страховые компании отказываются нас страховать. И отказываются страховать, а если все-таки страхуют, то берут сразу за год, минимум за 7 месяцев.